Leaning forward when accelerating. Наклон вперед при увеличении газа в положении сидя или стоя. Одна из распространенных ошибок, когда гонщик, увеличивая газ, не наклоняется вперед, участвуя в ускорении. У этого явления существует две отрицательных стороны. Становится физически тяжелее, потому что тело сопротивляется движению мотоцикла. Мотоцикл задирает переднее колесо, так как центр тяжести находится за осью вращения, и вы тянете руль на себя. Что делать, если это произошло? Сбросить газ и начать все сначала. Но во время реальной гонки вы не имеете права допустить такую ошибку. Посмотрите, например, как Джереми Маграф участвует в ускорении мотоцикла, наклоняясь вперед. Переднее колесо не задирается, ему не так тяжело, потому что он находится в центре действия ускорения, а не сзади. Это действительно здорово. Глен Хелен, Сан-Бернардино, Калифорния. Выполнение поворота, находясь в переднем положении. В такой ситуации все происходит точно так же, как в уже рассмотренной ситуации. Кроме того, вы можете контролировать скольжение мотоцикла. Чтобы контролировать скольжение, вы должны находиться на оси вращения мотоцикла в его центре. Вес тела должен быть приложен перед осью. Если вес приложен назад, то заднее колесо не будет скользить. Если вам все-таки удастся добиться скольжения, ваш вес будет участвовать в нем, а не находиться впереди. Вы совершаете несколько ошибок сразу и, кроме того, теряете контроль над ситуацией. Если поворот выполняется правильно, ваш вес находится на оси вращения мотоцикла. Затем, передвигая корпус вперед, вы переносите и вес. Теперь он приложен перед осью вращения. Больше вес приложен на переднее колесо, чем на заднее. Вы приказываете мотоциклу скользить и частично контролируете скольжение движением корпуса вперед за ось вращения. Также контроль осуществляется сцеплением и газом. Во время скольжения вы фактически рулите задним колесом. Когда вы выполняете поворот по колее, то не скользите, поскольку колеса находятся в ней. Но наклониться вперед все равно необходимо, потому что одновременно вы сильно газуете. Переднее колесо должно оставаться на земле, а вес тела быть приложен в центре силы ускорения. Чем мощнее ваш мотоцикл, тем больше действует данное правило.